Блин, как бы начать сочинение? Меня зовут Игорь Гром, я учусь в 6 классе. Я живу с папой, и я очень его люблю. Мы редко видимся, потому что он работает в полиции и ловит преступников. Во дворе меня все боятся и уважают. Лови ему, зареныш! Нет, не так. У меня есть лучший друг Игнат. И с ним никогда не бывает скучно. Кто это сделал? Даже чересчур. Порву! Короче, нам срочно понадобились деньги. Ты точно уверен, что эта встреча не разводняк? И потом началось такое. Гром! Трудное детство! Пап, где ты пропадал все это время? С чего бы начать? С 1 января смотрите только на Кинопоиске.